Собственно говоря, начинаем, да. Начинаем нашу концертную программу. Течет река с названием «Жизнь». Вы на плаву в ней удержитесь. Бегут года, летят года. А центр с вами навсегда. Пришла пора нам расставаться, и всех вас ждет теперь другая жизнь. Старайтесь в ней не гнуться, не ломаться, и честь иметь, и не катиться вниз. Мы начинаем. Для наших артистов, ну и вообще для тех, кто собирается здесь что-то сказать на этой сцене, мы приготовили сюрприз. Сегодня представлять буду их не я, а артисты песенного жанра. Итак, первый наш выступающий. Спасибо. Я очень хочу поблагодарить всех наших преподавателей. Так уж вышло, что у нас было 3 преподавателя ориентировки в моей группе. Поздравляю всех, благодарю всех и всем счастья, благ творческих и все-все-все. У меня все. Как я и просила, коротко, но ёмко. Итак, ну а мы продолжаем. Следующий участник нашего концерта. Собственно говоря, как вы уже догадались, Матвеева Кристина на сцене. Я хочу поздравить свою маму и пожелать ей всего хорошего. И еще тех людей, которые не оставили в беде своих детей, больных детей. И стихотворение. Джами. Не забывай, кто б ни был ты, что матерью рожден, что теплым молоком груди был в детстве накормлен, что в час напасти и любви она душой тебе рвалась, всю жизнь с начала до конца в дар принесла тебе, и словно вещая звезда она в твоей судьбе. Ты мать родную защити любовью и душой. Ковер раскинь на том пути, каким она пройдет. И путь ей облегчай. Ведь ноги наших матерей идут дорогой в рай. Спасибо. Это еще не все. Ну, и, во-первых, я хочу поблагодарить всех преподавателей Волоколамского центра. Это удивительные люди. Это остров милосердия, доброты, любви. И все приезжают сюда с этим чувством надежды и уезжают более счастливыми, более радостными. Уезжают в другую жизнь, но с тем теплом, который подарили здесь вы, дорогие сотрудники этого центра. Спасибо вам всем, как кормили, как привечали, как учили. Низкий-низкий вам поклон. Спасибо за все. А еще я хочу... Был такой человек, Луи Брайль, француз, который сумел создать необыкновенный алфавит для незрячих людей. И вот мы ему посвящаем песню на французском языке. Кристиночка споет.
quelle heure de vent, à fleur de détresse, à couleur ride de vent, toute ma mémoire est grâce, ishara, 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 what's the matter, Bob, what's the matter, avec tout de phénomène, à couleur ride de vent, qui zit à mon аккомпанировала Кристине ее мама, Доброжанская Виктория. Отдельные аплодисменты ей. Ну, а мы продолжаем. Следующий участник нашего концерта. Соловьева Елена. Мне белая вьюга уронит в ладони перо скрыла, и ветры заплачут.
Мы продолжаем. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. А как не сыграл-то? Там продолжение было, в нем вся суть была. А в чем суть? В продолжении, как он сыграл. Давай, посмотрим. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Встречаем Захаров Антон. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит нам порой не так, но все хорошее не забывается, а все хорошее. Кто-то сказать осмелится, если поверишь в это, сердце не закрывай. Сердце необитаемо, снова любовь поселится, но и о том, что было, помни, не забывай. И не сбывается, любовь приходит нам порой не так, но все хорошее не забывается. Спиной спина,
здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке круг. Случится, что он влюблен, а я на его пути. Уйду с дороги, таков закон, третий должен идти. Сейчас на сцену выйдет следующая наша артистка, но приключилась такая история. Песен про нее еще не написали, потому что у нее очень экзотическое имя. Пишут, видимо, но я думаю, что-нибудь скажу об ее имени. Залезла в интернет, у нас же панацея от всех болезней. Так вот, и ничего я не нашла в интернете, не сказал мне ничего про интернет. А имени Мензира. Встречаем Малюкова Мензира. И еще одна наша слушательница. Это дуэт Экарт Регина. О ней отдельно потом. Не знаю, поменялись ли. Раз. Привет вам всем. Ключи из Башкортостана. Oh,
пожалуйста, я хочу поблагодарить учителей. Вот я самая-самая-самая давняя ученица этой школы. Ну, первый раз я приехала как бы с молодая, просто мне было интересно, что это такое и с чем его едят. Но когда поглядела, побыла, как говорится, конечно, мне было очень плохо, мне, как говорится, было жалко людей. Но вот пришлось перевремя, мне самой понадобилась реабилитация, вы знаете, и учителя от меня не отступились. Не сказали, ну ладно, живи, как есть, нет. Давай, давай, старайся, давай, как-нибудь ты, включай голову, так это не бывает, ну, надо жить. И, в общем, огромное вам спасибо. И дай Бог, пусть школа существует всегда, и после меня, и после моих внуков, правнуков, но чтобы она была всегда, потому что людям она необходима. Дай Бог! Yeah.
Юркин Евгений. Ваши аплодисменты. Хочу поздравить всех с окончанием учебы, пожелать здоровья и счастья. Я хочу лететь с тобой под звездным небом. Пусть горят, как там старый комарами лампадами звезды. Я хочу лететь с тобой, но где меня нет. Я хочу лететь с тобой, рано и поздно. Хочу обмечаться с тобой последними дождями. Пусть играет в воду под вечный простуженный ветер. Я хочу обмечаться с тобой и часами дня. Я хочу обмечаться с тобой и рано, и поздно. Та денешь вечер, молодца под вечер. И земля засыпает, а пятчика проснутся весной. Я хочу венчаться с тобой очень медленно, быстро. Потому что мы венчаны были с тобою судьбой. Да денешь вечером платье под венчик. Из кусочка вели и любви. Рядышком с надеждою. Чуть поправишь волосы свои, да денешь вечером платье под венчиной из кусочка пены и любви. Рядышком с надеждой и цветами нежными чуть поправишь волосы свои, рядышком с надеждой и цветами нежными. Субтитры сделал DimaTorzok.
встречаем. Бусова Наталья. Пусть горит огнем, он нас
не разлетались, как птицы. Не говори, я не хочу ненужных слов. Падая вниз, мне суждено не разбиться. Я ухожу, я отдаю свою любовь. Сердце дрожит на ветру, знаешь, тебя я сотру. Из памяти своей переживу, как там эту ночь, и смогу понять, что научил меня прощать. Перечеркну все, что не сбылось, пусть горит огнем, но занавес. Пора в дорогу собираться. Я, Нина Альбертовна из Городца, вышла, чтоб с вами со всеми попрощаться. Я здесь училась, компьютер изучала, хотела, не влюбилась. Ах, если все сначала. Спасибо всем учителям и персоналу школы. Мы не забудем никогда о нас, заботы вашей. Хочу стих вам рассказать, хочу ногой топнуть. Прошу меня не суждать, а только громко хлопать. Я хочу сказать стихотворение Асадова про школьную любовь. Называется «Зависть». Ах, ну что только не делала эта зависть. Убивала, сводила с ума, приносила девчонкам страдания. Вот, послушайте, были, есть одна. Да. С чего бы начать? Ну, пожалуй, начнем. В класс девчонка вошла, новичок. Все ребята, конечно, встали, и учитель прервал наш урок. Сразу весь пробежала по школе. Ах, красавица, ангел какой! Полюбили все в школе девчонку. Не гордилась она красоту. А имя ее было Лялька. Просто куклой звали ее. И должна сказать я, что еще не видала такой. Атаманом был в школе Сережка. Тоже славился он красотой. Все девчонки к нему так и липли. Только думал он об одной. Понимали все это девчонки. И решила одна подшутить. И в одно же мгновение по школе разлетелась ребят клевета. Лялька, Лялька, ведь ты же не знаешь, что сейчас о тебе говорят. Лишь один не поверил Сережка, он поднялся и крикнул: «Молчать! Это все ведь неправда, неверно! Это кто-то над ней захотел подшутить! Все равно я всю правду узнаю, но тогда уж пощады не жди!» А Лялька,
ничего не зная, в класс спокойно она вошла. На лице улыбка сияла, и румянец сыграл на щеках. Вот подходит к Ляльке Сережка и записку ей подает. «Лялька, только серьезно, без смеха, это правда? Записку прочти». По листу пробежала глазами, побледнела, закрыла глаза. «Люди, люди, зачем так жестоко?» И она вдруг из класса ушла. Замелькал коридор школьный, парк, дорожка, машины, крик, и рядом Сережка. По дороге она бежала, завизжали вдоль тормоза. Под колесами лялька лежала и от боли закрыла глаза. На дороге она лежала, и над ней рыдал атаман. И вокруг их люди стояли, каждый все без слов понимал. И в последние минуты жизни лялька говорит вдруг: «Я люблю тебя. Слышишь, Сережка, я люблю лишь тебя одного». А Сережка, как бедный лебедь, все кружил над лебедкой своей. И кричал он все тише и тише: «Лялька, стой, погоди, не смей! Люди, не надо завидовать, повторяю я снова и вновь. Пусть вечно живет на свете вера, надежда, любовь». Пожелать вам хочу всем хорошего здоровья, отъезжающим счастливой дороги, ну и долгого лета всем, как православные церкви говорят. Теперь я хочу сказать вновь нашим учителям, своими словами тоже. Благодарность наша вам, учителя, за мудрость и терпение, за то, что вы придумали слова для каждого и в жизни направления. Много счастья вам желаем и душевного тепла. А таких не забываем, любим, ценим вас всегда. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Встречаем на сцене Александров Юрий. Посвящаю песню любимой женщине, стихи ей дарю. В моей душе и муза с ней вместе, за это я тебя, любовь, благодарю. Ты мудро нашим управляла королевством, а я в те годы был наивным королем. Дружил шутами, думал не тем местом, гулял, кутил, все было нипочем. Моя ты королева, я же твой король. Не встречал я больше женщины такой. Быть хочу с тобою день и ночь, и твои сомнения уберутся прочь. Моя ты королева, я же твой король. Не встречал я больше женщины такой. Быть хочу с тобою день и ночь, твои сомнения уберутся прочь. Сохранила наше королевство, родились принцы, этих чувств не передать. Играя с ними, возвращаясь снова в детство, ты помогла им счастливее стать. Моя ты королева, я же твой король. Не встречал я больше
женщины такой, быть хочу с тобою день и ночь, и твои сомнения уберутся прочь, моя ты королева, я же твой король, не встречал я больше, женщины такой, быть хочу с тобою день и ночь, и твои сомнения уберутся прочь. Моя ты королева, я же твой король, не встречал я больше женщины такой, выскочу с тобою день и ночь, и твои сомнения уберутся прочь. Моя ты королева, я же твой король, не встречал я больше женщины такой, выскочу с тобою день и ночь, и твои сомнения уберутся прочь. Моя ты королева, моя ты королева. Моя ты королева, моя ты королева, моя ты королева, я же твой король. Я снаружи и внутри.
вот теперь я не богатый, но красивый. Вспоминаю рыбку из реки. Не жалею, что прошло, что было. Так вы мне за удачу мужики. Чтобы у каждого по жизни овладеется краса. Чтобы было к ней желание через каждый полчаса. А второе — это деньги, золотишко то на них. И чтобы любить красивы снаружи и внутри. Чтобы у каждого по жизни овладеется краса. Чтобы было к ней желание через каждый полчаса. А второе — это деньги, золотишко то на них. В стенах нашего центра. И поэтому представляю: Яхина Фония аккомпанирует Ольге, Александров Юрий и Третьяков Иван. Им отдельные аплодисменты за поддержку Ольги. Я не знаю.
Красивый.
Слов. Я хочу выразить свою благодарность сотрудникам нашего центра за понимание, за работу, за терпение. Хочу отметить работников столовой, наших музыкальных руководителей и, в частности, отметить нашу воспитательницу Юлию Владимировну и преподавателей
Юлию Сергеевну, Светлану Михайловну, Ирину Викторовну и Светлану Евгеньевну. И вообще, благодаря этому заезду у меня появилось много настоящих друзей, хороших знакомых и приятелей. Спасибо вам большое за поддержку. Удачи всем, счастья, здоровья, любви. Еще один звонок и уезжаешь.
шумом зала. И всем счастливого пути. Желаю, чтобы все, чему вы здесь научились, вам пригодилось. Мы в вас верим.
Ну и как вы уже догадались, Бедненко Владимир. У микрофона неверящий туманом и дождям. Ну, туману тут, конечно, напустили. Сиреневый туман и розовый туман. Другое дело. Дожди. Поэтому и песня. Мы все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб тем поставить и быть, и чтобы танцевать и петь. Прощаясь привлекательно, и все посметь, и в школу не ходить. Как рано нам еще желать чего-нибудь стабильного, и что-нибудь такое знать, чтобы задеть печаль, и кажется, что умереть. А чувство очень сильного не больно и ни капельки не жаль. Зачем грустить о будущем, когда сейчас так хорошо сейчас нам? И дождь шумит в саду бушующем, такой, что в нем с тобой не видно нас. А может, где-то есть рычаг земного торможения, чтоб время замедляло шаг, когда нам хорошо и по дороге, где лежат победы и лишения, мы не спеша брели, а дождь все шел. Зачем грустить о будущем, когда сейчас так хорошо сейчас нам? И дождь шумит в саду бушующем, такой, что в нем с тобой не видно нас. Потом, конечно же, потом, когда вся жизнь исполнится, когда подступит горло ком, который не сглотнул, все позабудется потом. А дождик будет помниться, который нам к несчастью не вернуть. Зачем грустить о будущем, когда сейчас так хорошо сейчас нам? И дождь шумит в саду бушующем, такой, что в нем с тобой не видно нас. Это была песня Митяева «Дождь в саду». Я всех поздравляю с окончанием учебы. Вечером еще встретимся на дискотеке. В 6 часов я буду, если кому-то что-то должен. 41-й кабинет. Спасибо. Поздравляю вас с окончанием. Желаю всем успехов, удачи, хорошего летнего отдыха.
Давным-давно день моего
шептаний мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки, под русские гармошки, под берестовые ложки прославили кадри. Концертная программа подошла к концу, и на прощание я хочу прочитать вам такое стихотворение. Написала его Татьяна Гордон. «Пока надеешься, живешь, и видишь свет луны и солнца, и звезды сквозь стекло оконца, и понимаешь, мир хорош. Твоя надежда пред тобой летит, свои расправив крылья, ты только приложи усилия, самим с собой вступая в бой. Не дрейфь, не хнычь и не скули, и пусть назойливая память услужливо засветит пламя среди сереющей пыли. Без страха выйди за порог, шагай смелее за мечтою. Возможно всякое, не скрою. Но Бог к идущему не строг. Пока надеешься, живешь, пока в движении будут силы, препятствия преодолимы, наградой станет звездный дождь. Пока надеешься, живешь. И хочу вам пожелать веры, надежды, любви, мудрости. Верьте в удачу и просто живите и наслаждайтесь жизнью. Она нам дается один раз. Все, спасибо, до новых встреч!